Я не знаю, кто я, но я знаю, что поддерживает мою жизнь, спасает от тюрьмы и не позволяет причинить людям боль. Если честно, я не знаю, в чем смысл. Доходишь до кипения, а потом остываешь. Эй, мистер. Да. Я с отцом приехал в город и... ищу работу. Я плачу за каждый день в конце смены. Если мы работаем до обеда, я вообще не плачу. Подходит? Да, сэр. Я Джо. Я присматриваю за этим парнем. Он так не похож на меня. Чего уставился? Что тебя здесь держит? Самое важное для меня сейчас – забота о маме и Дороти. Просто есть небольшие проблемы в семье. Что случилось? Ты уже принял решение. Если влезу в это дело, сама знаешь, до чего я могу дойти. Почему бы тебе не вернуться в Делл и не заняться своим делом? Бери мать и сестру, здесь будет безопаснее. Ты сам не знаешь, где окажешься завтра, здесь или там. Потрясающая режиссура. Джо, переводя тебя, мы сохраним твою жизнь. Бесподобно. Впечатляюще. Не пропустите. Главное, не наломать дров. Если я увижу хоть одну царапину этого парня, я прикончу того, кто это сделает. Спасибо, сэр. Тебе не обязательно звать меня так. Я твой друг. Лучшая работа режиссера. Думаешь, Джо твой отец? Да я единственный, кто заботится о тебе. Блестящая работа Тая Шеридана. Полицейские стали намного бдительнее. Если что-нибудь со мной случится, уезжай отсюда, ясно? Игра на высоте. Я искал тебя и этого мальчишку. Что ты наделал, Джо?